Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо програму і зараз для вас будемо спілкуватися і дізнаватися вже точну інформацію, яку ви запитували в телефонних дзвінках, в наших соціальних мережах. Саме з цього приводу ми запросили до нашої студії Володимира Бута, головного лікаря обласної інфекційної лікарні. Вітаю вас, дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Вже дійсно, так як ми спілкувалися з вами в телефонному режимі, телефонують глядачі, пишуть стосовно менінгіту, оскільки величезний просто спалах в соціальних мережах, це обговорюється в інтернет-виданнях стосовно того, що масово просто хворіють. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Я буду на русском языке, хотя владею украинским, но деловой для меня русский язык, что прошу прощения. Значит, я начну с конца. Нету вспышки, вот, есть подъем. Это разные вещи. Вот. И подъем такой каждый год. Сегодня где-то находится человек 10-12 постоянно в областной взрослой инфекционной больнице, больных с менингитом, и более 15 человек в детской областной больнице инфекционной. Вот. Это обусловлено, уже выступала главный врач, ее тоже детская инфекционная больница, так что я многие вещи убрал из своего выступления. Вот. Обусловлено перепадами, связанными с осенней погодой. Плюс, вообще менингит это более, скажем, простым языком для слушателей, это детское заболевание. То есть 70% болеют детей, 30% болеют взрослых. И среди взрослых, как я знаю, вот, да, больше мужчины чаще. Ну, есть такая вот статистика. Трудно сказать. Я такую статистику не подводил, но болеют в тяжелых формах и женщины, и мужчины. Вот. Мужчин больше, потому что больше курят, больше ведут нездоровый образ жизни, если так можно сказать. Это тоже один из факторов возникновения этого заболевания. Это воспалительный процесс. Если бы он не протекал так тяжело, мы бы, конечно, о нем не говорили. Это обычный воспалительный процесс. Как определить, что вот, необходимо уже обращаться к врачу, какие будут симптомы? Симптоматика очень простая, и она понятная. Значит, во-первых, заболевание возникает остро, вот на фоне полнейшего благополучия. Значит, это озноб, головная боль, ну это где-то более 80% называю симптоматику. Могут быть приступы эпиподобного такого характера. Вот, температура, головная боль, вот, недомогание, спутанность сознания, понос. Почему я именно о поносе говорю, что часто люди остаются дома, ну пропоносил, так и пропоносил. Вот, а в самом деле необходимо обращаться к врачу. Вот, почему болеет детское население чаще? Потому что как обезопасить? Да, хорошие вопросы, я на него так постараюсь вот больше ответить, потому что я занимался этим вопросом. Есть понятие безопасная зона, она где-то начинается с 80 сантиметров. Вот. Это 80 сантиметров, это расстояние от чего? От больного к здоровому человеку. Ага. То есть вот, вот путь передачи 80 сантиметров. Выше 80, то есть больше 80 сантиметров, это уже безопасная зона. Сейчас те, кто посмотрели, нас будет всех обходить по метру. Скученность, да, ну да. У взрослых, в общем-то, нету такого желания и поведенческого такого момента, чтобы, в общем-то, так быть близко приближаться. Близко, да. Все хотят иметь какое-то свое свободное пространство. А молодые люди, особенно школьники среднего возраста,
вот, особенно дети, они как раз... У них как раз психологически вот это кучкование. Во-во-во-во-во. Психологически они ищут и поддержку, и момент. И приведу такой пример, что вот приходит в школу мальчик, у него ангина. Угу. Вот. Он не заболевает менингитом, угу. а от него вследствие инфекции, вот контакта, заболевает два человека менингитом. Угу. Два человека. Могло бы заболеть и больше. Все зависит, конечно, от состояния организма. Смотрите, вот. Если ребенок заболел, что делать родителям в первую очередь? А возможно, как-то вот как первая, знаете, помощь, либо сразу обращаться уже к врачам? Значит, я большой противник и воспользуюсь моментом, угу. что вы меня пригласили, лечение начинать с аптеки. Угу. И когда я стою в очереди сам, то тоже семья есть, тоже покупаю лекарства. И когда я слышу, что все в аптеке у нас лечится, угу. я, честно говоря, начинаю вмешиваться. Ну, получаю, ну, раз, в общем-то, в ответ не очень приятное. Да, да. Вот, чего вы лезете, не в свое дело. С детьми надо быть вообще очень осторожными. Вот. Головная боль, температура, вот, спутанность сознания и тем более острое начало, угу. Вот этот момент, острое начало, вот, значит, бегите к врачу. Бегите к врачу. При таких случаях необходимо самому обращаться в больницу или это через скорую, как это делать? Ну, это много моментов, и через скорую, скорая она сейчас работает, надо сказать, достаточно четко, я говорю, как гражданин этого города, вот, и обеспеченность хорошая, и доставка хорошая, особенно mm-hmm. если это говорится, что это дети, вот, через скорую, ну, есть родители, вот стоит машина, ну, все сели, поехали сразу uh-huh. в областную инфекционную больницу. Вот мы принимаем больных всех, uh-huh. независимо, хотя у нас нету поликлиники. Привезли больного, мы смотрим всех. То же самое детская областная инфекция. Смотрите, еще какой момент. Разные есть классификации, вот смотрю, да, менингитов. Есть серозный, есть гнойный. Что опаснее и вообще вот какие вот, если говорить о сезонном, есть какие-то особенности? Их 7 видов. А, их 7 даже. Их 7 видов. Перечислять их не буду, их угу. никто не запомнит. Это не все врачи их помнят, угу. кроме инфекционистов. Но есть ли разница в лечении? И практически лечение одинаковое. Угу. И лечить может любой, ну, не любой, ну, скажем так, средней тяжести менингит, обычный педиатр, семейный врач, потому угу. что на первом месте высокая активная антибактериальная терапия, угу. вот, дезинтоксикация, в общем-то, достаточно протокольное лечение, которое, в общем-то, не требует каких-то дополнительных курсов uh-huh. и знаний. Вот. И бояться этого нельзя, хотя смертность достаточно да, высока, особенно у детей, она занимает третье место среди всех заболеваний, от угу. которых умирают дети в мире. А смотрите, еще такой момент. А какая есть кризисное время, когда можно пропустить это лечение и запустить эту болезнь? Сколько в период какой нужно обратиться к врачу? Первые сутки. Первые сутки, да. А еще такой момент. После выздоровления, когда уже выписали, например, и опять-таки в больнице необходимо лечиться или можно на домашнем? Нет, только в больнице. Только в больнице, на стационаре. А после... Осложнения могут быть. Ребенок уже выздоровел, взрослый выздоровел. Сколько еще дней желательно не появляться в окружении каких-то людей, чтобы не заразить их? Он не заразный. Уже все. Он есть, уже не заразный. Если выписывают из больницы, то уже не заразный. Все, не надо еще. Он наоборот сам должен себя беречь, потому что его иммунная система пострадала, угу. и он сам себя должен беречь и уже смотреть по ситуации каждому давать рекомендации. Угу. Если выходят от нас абсолютно здоровые люди. Угу. Есть выходят полуинвалиды, к сожалению. Потому что были менингиты такие, что, в общем-то, мы думали, что мы с ними не справимся. Угу. Вот. Но сегодня есть... Но это уже запущенные формы, правильно? То, что запущенное, а то, что не получает, не все в состоянии получить высокоэффективную антибактериальную терапию. Угу. Потому что есть антибиотики, которые действительно действуют при первом
при первой инъекции, уже на второй инъекции больному становится лучше. Вот вечером поступил, сделали укол, утром уже больному лучше. Есть. А есть больные, которые, ну, которые лечатся, скажем так, препаратами, которые у нас все время есть. У нас есть свой резерв, но есть, у нас есть список, по которому мы вот поставлены в рамки. То есть препарат, который стоит один флакон больше 1500 гривен, нам купить... Ну да, обеспечить себя не сложно. Не в состоянии. То есть в таком случае, опять-таки, рекомендация, если есть желание быстро выздороветь без последствий, то все-таки необходимо пользоваться дорогостоящими препаратами, да, правильно? Да, да. Мы должны больному или родственникам назначить. Это уже их вопрос о том, что купят они это, приобретут или нет, но нас учат и на курсах повышения, как руководителей, вы должны все назначить, то, что необходимо. То хоть есть если рассказать надо, обо всем. Да, да, так. Хоть надо там в космос слетать, я утренняя передача немножко повеселить. Значит, надо, мы рекомендуем, а уже... право выбора. За... Ну что ж, здесь вот, потому что эту тематику мы поднимали не раз в эфирах по поводу дорогостоящих препаратов и их аналогов дешевых, то здесь мы видим тот вариант, когда стоит все-таки прислушаться к врачу и взять дорогостоящий препарат. Да. Лечение. Особенно будет... с детьми. Да, смотрите, общее время, если можно, конечно, в каждом случае это своеобразно, каждый индивидуальный, но в среднем сколько лечения длится? Ну, есть вот, лежат менингиты у нас по месяцу, по полтора месяца. То есть максимально полтора, вот, минимально? Да, есть за 10 дней уходят. То есть от 10 дней лечения до полтора месяца? До полутора-двух месяцев, скажем так. Даже так, то есть это уже с осложнениями, да, идут. Да, да. Ну что ж, вроде бы все вопросы мы сегодня исчерпали. Я просто просматриваю время от времени на вопросы, которые нам присылали, потому что и в интернет-изданиях, и в Гугле, даже если ввести сейчас менингит, вы можете, друзья, тоже это проверить, есть прям список популярных вопросов за этот месяц. Люди активно спрашивают, особенно николаевцы. Я дякую вам за те, що сьогодні завітав в нашій студії. Як експерт вже розповіли нам про все, відвели душу нам, точно сказали, що все буде добре, можна вилікуватися. Я нагадую ще раз телеглядачам, що сьогодні в нас в гостях був Володимир Бут, головний лікар обласної інфекційної лікарні. А вам, дорогі телеглядачі, я пропоную прямо зараз переглянути інформаційний сюжет стосовно цього захворювання, який створили наші колеги. Менінгіт – це запалення м'яких мозкових оболонок, тканин, що покривають і захищають головний спинний мозок. Також може бути вражений і головний мозок. Менінгіти – це заболівання, які протікають в середній тяжкості і тяжкій. Тобто на це потрібно обов'язково звернути увагу. Почему связано это всегда с весенним периодом или осенним периодом? Потому что наблюдаются резкие перепады температуры воздуха. Мы еще не привыкли к переходу с летнего на осеннюю одежду. И если это происходит резко, как природные условия нам показывают в этом году, то возникают вот такие сезонные подъемы. Розрізняють дві основні форми менінгіту – асептичну та бактеріальну. Зазвичай асептичний менінгіт викликається широко поширеними типами вірусів. Бактеріальний протікає більш важко і може викликати довгострокові ускладнення. Бактеріальний менінгіт є потенційно найбільш швидкоплинним і шкоджує організм інфекцією. Температура, головная боль и рвота. Поэтому с этими симптомами нужно при появлении уже этих симптомов необходимо обязательно или вызывать себе врача на дом, или же обращаться в детскую инфекционную больницу. И хотела бы сказать, конечно, здесь важно разобщение, потому что это воздушно-капельная инфекция. Поэтому необходимо, если ваш ребенок даже просто температура появилась, какое-то недомогание, конечно же, должен ребенок остаться дома. А здоровые дети должны посещать коллективы, ходить на занятия. Занятия продолжаются, и не должно быть никакой паники. Менінгіт може початися раптово і швидко прогресувати. А повне відновлення здоров'я часто залежить від того, як швидко буде встановлений діагноз і як швидко розпочнеться лікування.